Павелла Пухватіли. Коснувшись древнего артефакта, юная охотница за сокровищами Лив попадает в иное измерение, где путешествует по девяти мирам из скандинавских мифов. Она встречает на своем пути самых разных богов и героев, но сердце ее стремится к злокозненному Локи. Не самый удачный выбор, но любовь зла. А Локи, конечно, оказывается не так прост. Тайно использует Лив как источник жизненной силы, черпая ее из подаренного кольца. Но вот все тайное стало явным. Ну здравствуй, золотко. И хватило же наглости явиться в мой сон. Неужто пришел извиниться? Значит, нет. Ты воспользовался мной и свалил. Мне было ужасно больно. Я думала, что умру, когда кольцо треснуло. Ну, я не ожидал, что все так получится. А я не ожидала, что ты предашь меня. Один рассказал мне, чего ты хочешь. Один понятия не имеет, чего я хочу. Я хочу создать свой мир. А подробности тебе не нужны, золотко. Не смей решать за меня. Вообще, зачем ты сюда пришел? Только не говори, что беспокоился обо мне. А почему я не должен о тебе беспокоиться? Ты же моя золотка. Прекрати. Если бы я была тебе важна, ты бы не стал пользоваться моим доверием. И точно бы не сбежал. Лив, я не хочу, чтобы ты стала мне врагом. Пожалуйста, будь на моей стороне. После того, как ты... Да, после того, как я. Я подумаю. Не радуйся слишком сильно, я все еще очень зла. Почему я все равно тебе верю? И, кстати, спасибо. За что? Что не пыталась меня придушить. У меня еще будет возможность это сделать. Что будем делать дальше? На что хватит алмазов, Лив? На что хватит алмазов?